Смотрит тоннель железной дороги. Видел, Лешка, да? А мы в этом автобусе не ездили. Как ты мог в автобусе? Слушай, я не знаю. Значит, ты взяла с собой, что забыла. Это карпы разве? Не карпы, а какие-то. Это что такое? Это вот. Кушинин повел свои войска, начал пытаться отвоевать чью-то территорию, угу. А эти попросили не так. Вон он внизу, видишь, он внизу полил. Да. Подойди, вон, видишь, зеленые висят? Да. Видишь, да? Не хочешь стать уже на этой штуке? А? Поехали. Вон там алтарь, где поклонялся 13 императоров при последнем дне начала. Здесь мы заходим. Заходим. Where the royal family, talk like this, and change the if you want. Yes. And talk with the Israeli people, sit up on his yes. Neck. И после его смерти его сын, вот это четвертый сын, вступил в пост. Вот первый император. Император считается самым хорошим, самым талантливым. Или выйдем? Да здесь все.
темнели. Ну, Андрюх, да? Про шапку давай начинай. Лёха, скажи, пожалуйста, почему ты забыл шапку в кафе, а? Кепку? В кафе? Вот именно, чуть не упала. Вот видишь, тебе Бог наказал за вранье. Ты обманываешь, с кепкой пришел, а она, делаешь из нее. Она до сих пор мучается, была кепка или не было. Видишь, это страдает. Слушай, вот насчет, я не знаю, а вот то, что Пазарев страдает, однозначно. Нет, ну я все-таки про кепку никак не... Нам все-таки будут выяснить момент. Надо свидетель найти. Ты сейчас заходил в ресторан с кепкой или без кепки? Да, надо будет провести расследование. Ну, Ирка. Ну, Ирка. Вот так тебе. Ну, Ирка. Будешь знать. Только Светка быстро пошла мимо. А? Чего? Все нормально, Светочка, ты молодец. Не то, что некоторые. Что это такое, скажи? Посмотри, трон. Когда я на троне сижу в золотой королевской короне, Ну как? Как тебе? Салфеточки? А? Чего? Они унесли суп, увидели, что одна у них, и стали на меньше. Нормально. А вот это действительно неправильно. Да. А пускай они суп не унесли. А почему? Что это такое? Это разница. А что это такое, ребята? Это есть? Ага. Там внутри это белое мясо. И что это делать? И кушается это? Да. Это поливаешь вот этим соусом и ешь. Это вот так вот? Нет, там лыжки есть. Какая лучше? Не туалет, а вот это вот. Вот это вот. Не надо подсматривать. Как он обозначает? Почему взяли? Они знают, не первый раз сюда отправляют. А что у нас работает? Вот, не первый раз сюда отправляют. Они знают, замечаний нету. Они сюда и тебя отправили. Все. Правильно все сделали?
как в сочинении стихов, произведений. Да. И вон там даже так он возводил скотов. Там То есть американцы пошли, получили, когда там все это. Что там такое творилось? Вот это вот комната, шкафчик, как жили. Видишь, это поделено на комнаты. У каждой своя комната. Какой не факт, какие. А вот этот камень, это для чего? Нет, видите, сверху дырка. Есть. Тимою ж льоткою. Ну скажи, как тебе тут понравилось? Как мне чудно здесь должно понравиться, гробница. Ну как? А что же он жили? Были счастливы? Да, я сомневаюсь, что они были счастливы. Все в сравнении. Высосать ее оттуда. В этом дворце сейчас ставили алтарь, где поклонялся четвертому императору и первой жене. А вот остальным вот это второстепенным. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ли на свете всех милее, всех прекраснее и белее? Пробовал вот так блюдо. Еду? Да. Чтобы не отравили. Вот это? Палочки. От отравления. Кто это такие? Чиновники. Ну, какой парк тут.
сейчас. Наталья, ты там тащишь? Да, розы хочу. Вот все, здесь идут. Как это не надо? Убери фотоаппарат. Покажи нам свое истинное лицо. Вид классный просто. И вот отсюда. Тела тут нету. Тела здесь нету. А где же тело? Тело до сих пор не могут найти. Ты заметил, что здесь вообще местного населения нет? Нет. Не ходят они сюда. Почему? Значит, пофигу это все. Пофигу. Это когда бы обстоял своего в Эрмитаже? Да, все не отмечаю. Такой новый декрет попал. Царибачку открывал. Да. Я в него был, когда там еще и клуб моряков был. Когда там кинотеатр был, я там.